Погнали! Последнюю на сегодня играем и заканчиваем на этом. В принципе, неплохо. Неплохо мы провели стрим. Мы сколько уже? 3 часа? 3,5 часа играем. Я до сих пор не устал. Это в чем говорит мне сейчас? О том, что интересно, классно, потрясно. Подъем, реально. Просыпайтесь. Приготовьтесь умирать. Я в ванне играю, красава. Добро пожаловать в смертельную вечеринку. Это я не собрание любителей мороженого, а я игра играю с ужасающими последствиями. Лишь один из вас останется в живых. Не, в Дискорде это потом, может быть, через 5 часов, через 3 часа. Просто ждите оповещения. Там удивлен, есть... что вы этого не ожидали. Там есть канал, называется «Оповещение, ну что, об играх». Вопрос первый. Текстовой канал называется. «Оповещение кого об играх». Я там буду писать, когда я буду играть. Главный герой романа – Великий Гэтсби. Кто был влюблен? А в кого был влюблен? Используйте, ну, понятно, свои устройства, чтобы ответить на вопрос. И вы тоже, зрители. Понятно, кого. На самом деле, я не смотрел, я не знаю, нажал на шару. Миртл Уилсон, наверное. Я не знаю, кто эти все люди. Кто вы такие? И правильно. Уже готов голосовой, а? Окей. Кто ответил правильно? Я на шару нажал. Ура! Шар побеждает. Остальные? Пора. Как прошлая игра называлась? Жми на кнопку. Добро пожаловать в комнату 105. Вот так вот. Это тату. Мой тату-салон. Ну посмотрим, кого лучше получится. Нарисуйте на своем устройстве новую татуировку для моей спины. Да, еще. Когда буду играть, я не буду говорить. О, боже. Так, я понял. Я уже вижу мою нелюбимую татуировку. Я представлял себе что-то другое, но думаю, я привыкну. Теперь голосуйте за свое любимое тату. Давай за любимое проголосуем. Ну, в принципе, мне вот это больше всего понравилось. Сдохнет. Не буду говорить, какая, но вот это. Так что завтра, скорее всего, еще будет стрим. Не знаю, по какой игре. Но что-то опять похоже. Голосуйте уже. Либо Джекбокс, либо рисовашка вот эта, которую мы играли. Итак, что мы решили? Никита, не расстраивайся, в следующий раз обязательно, ну, получится. Ну, татуировки ноль! Хотя бы не вечные. Ты не успел дорисовать, бедняга. Вечные? Время для небольшой расплаты. Не прикол, неплохая татуха у него получалась у Брейнбита, но проблема в том, что он не успел дорисовать. Лол. Я еще с вами не закончу. Хоть вы теперь и в призрачном состоянии, но игра для вас продолжается все так же. Не прекращайте играть, и тогда сможете украсть жизнь у другого игрока и выиграть. Зрители, и, вы, кстати, можете быть еще здесь. Зрители теперь полноценный игрок, и они могут выиграть эту чертову игру. Если вы еще не готовы, вы можете присоединиться к зрителям в любое время. Вообще без напряга. Долго ехали. Лифт заменился. Попробуем еще один. Какой предмет, если верить словам Антона Семеновича Шпака в фильме «Иван Васильевич меняет профессию», не был украден из его квартиры? Я не помню. Магнитофон, утюг, портсигар, замшевая куртка. Ой, помнить бы... Время почти вышло. На шару. Кто выбрал? Вот это. Шара побеждает. Нифига себе, вы что, такие шаровики все или вы все помните? Что оставляет только тебя. Я так давно следуйте этого не смотрел. За мной. Потому что я не помню, на самом деле. И вновь мы в комнате смерти. Время попробовать защитить себя паролем. Напиши настоящее 4-буквенное слово на своем девайсе. Не делай его простым. Если кто-то угадает твой пароль, ты сдохнешь. Постарайся не сдохнуть. Теперь все остальные попробуют угадать твой пароль. Работая командой, попробуйте отгадать пароль на своих девайсах. Если вы угадаете букву, стоящую на своем месте, вы ее увидите. Вот так вот. Если кто-то угадает пароль за отведенное время, вы все получите награду.
Не жадничайте раскрытыми буквами, сообщайте о них всем. Я не знаю, что писать. Время почти вышло. Ни одной не угадал буквы, ни одной. Это как? Я думал, что все в наши дни хорошо взламывают пароли, но, видимо, я ошибся. Красавчик. Я ни одной буквы не угадал, капец. Вам не кажется странным то, что, как бы мы ни старались, мы все рано или поздно превращаемся в своих родителей или носим их одежду и убиваем от их имени? Я думаю, вы понимаете, о чем я. Двигаемся дальше. Какое прозвище носят призывники, которые только что приняли присягу? Я 10, наверное, разных слов написал, и все не подходят. Ну, посмотрим, кто здесь шарит. Но те, кто служили, я думаю, все сразу догадаются. Время почти вышло. А прикинь, если я неправильно думаю. Кто выбрал вот это? Остальные игроки, которые еще живы, идем со мной. Это классическая игра «Чаши». Всем, кто сейчас в безопасности, я выдаю по ампуле с ядом. Это мне. Мне такое надо. Выберите чашу, которую хотите отравить. Прикольно, что чаши здесь перемешиваются. В первой версии они не перемешивались. В первом смертельной вечеринке они всегда были на одном месте. Теперь ваш черед. Выберите чашу, из которой хотите выпить. Этот яд, как и любой другой, прямо в точку. А теперь посмотрим, кто что выпил. О, один выжил все-таки. Красавчик. Получилось. Толком уничтожили. Вроде бы выпил яду, а убит был током. Что за... Бедняга просто. Мы прибыли. Когда в живых останется лишь один игрок, мы перейдем к финалу. Следующий вопрос. Кто первым загрязнил наши слуховые каналы своим автотюном? Сложно. Я не знаю, кто такой Чир. Поэтому я нажимаю на то, что знаю. Время убегает. Black Eyed Peas, наверное. Кто раньше появился, Дафпанк или Black Eyed Peas? Наверное, Чир был первым. Вот ну да, это. Я потому что не знаю, кто такой. Все вы облажались. Я хочу вам кое-что показать. Я выбрал Daft Punk, потому что я знаю, кто это такие. Я знаю, что они автотюном фигачат. Это должно быть легко. Выполните как можно больше правил до того, как время закончится. Игрок, который выполнит меньше всего правил, умрет. Правила уже надевайся, поехали! Блин, я туплю. Эта игра развивает ваши когнитивные способности. Блин. Будет полезно, если вы выживете. Блин! Время правил близится к концу. Блин! Я умер, да? Да. Ничья! Трое. Полагаю, я оставлю вас живых. Да-да-да, вы мертвы. Фигался. Блин, я 3 раза ошибся. Потому что я смотрю, что там, сколько очков, поворачиваю голову на правый экран, смотрю на левый, и я делаю ошибку. Опять на правый, пока я заморожен. Смотрю на левый, и опять делаю ошибку, потому что неправильно понимаю задание. Туплю. Попробуем еще один. Какой супергерой не принадлежит королевской знати?
Ну это легко. Всегда были бы такие вопросы. Время почти вышло. Кто выбрал вот это? Настало время последствий. Давайте устроим жуткую проверку правописания. Эй, взгляните, призрак тетушки Милдред пишет на зеркале. У нее есть свой уникальный почерк. Теперь тетя Милдред напишет другое слово. Но это также будут делать остальные игроки. Нарисуй слово на зеркале, и, возможно, ты проведешь кого-то, заставив их подумать, что это слово написала тетя Милдред. Начинайте уже писать. Смотрите внимательно, одно из этих новых слов будет написано призраком тети Милдред. Столько убедительных слов на выбор. Теперь напишите слово, которое написала тетя Милдред, или вы умрете. Ну давай, выбирай. Настоящая тетя Милдред, ну, пожалуйста, встань. Говнюк. Там было, у него было два варианта, либо знамение, либо горечь. Это мой второй. А горечь с мягким знаком пишется или без? А то я чувствую себя дауном. Горечь, горечь. Интересно, как много призраков на самом деле катаются в лифтах? Или они предпочитают проникать сквозь полы? Двигаемся дальше. Сколько клавиш на рояле? Пум-пурум-пурум-пурум. Кто-нибудь помнит? Ну давай, вперед, рандом. Время убегает. Кто выбрал вот это? Денюшки капают копилочку. Следуйте за мной. О, три жмурика сейчас будет чувствовать. Чувствую, три жмурика будет. 667 комнат, нифига себе. Окей, а, нам лифтики. Нужно использовать эти странные маленькие лифты. Пора ему умереть, пора. Каждый сейчас должен выбрать лифт. Если вы все выберете одну сторону, вы все выживете. Выбирайте правую. Но если у нас будет неровная ситуация, лучше выбирайте. Я убью всех на левую. Более тяжелой стороне. На левой лучше, чем на правой. Я, на самом деле, правой будут все. Доверия. Все будут в правой, точнее в левой. Ну, так, на какую ходить, такую выбирайте. Лучше левую, лучше левую. Взглянем, на чью сторону вы перешли. Прощайте. I'll be same as only. Плюс деньги, плюс 100 мне вроде бы сейчас дадут. Долго снимаю? Я стримлю, а не снимаю. Нифига у меня денег, я вообще миллионер. Выживший. Вы знаете, что это значит. Укроп сломал систему. Поздравляю с выживанием, но сможешь ли ты сбежать? Сейчас я дам первую категорию. Предметы в игре Майнкрафт. Выберите ответ, который подходит под категорию, и нажмите «Отправить». Взглянем на правильные ответы. Вы продвигаетесь на одну клетку за каждый правильный ответ. Смотри, как быстро вырвался вперед. Ух ты какой. Наполовину больше, чем мы. Ты все ближе к выходу. Погоди, ты же не думаешь, что ты будешь делать это в одиночку? Ой, на втором месте, кстати. Если призрак догонит тебя, он украдет твое тело. Тогда именно он сможет сбежать и выиграть. И вот вопрос, который звучит для всех. И они получают третий вариант, чтобы им было легче догнать тебя. Кто это такие? Я не помню таких. Время Дейзи, почти вышло. Не помню. А-а-а, нормально. Я неправильно ответил. Я не могу сказать ничего хорошего по поводу успехов зрителей. Фильмы с Арнольдом Шварценеггером. Ну это легко. Хорошо, что я знаю фильмографию Арнольда.
Счастье являюсь фанатом. Догоняем! Системы человеческого организма. Давай так попробуем. Я не уверен во втором. А к первому, третьему я был уверен. Догоняем! Не пускайте его! Нет, держите сломайте. За лапы, за ноги. За ноги? Ты за ноги? Это просто тьма. Существительные во множественном числе. Время почти вышло. Так, так, так. А небеса тоже во множественном? Ну да, просто. Ну, подожди, а как в один... Темнота настигает. В единичном будет небесы? Небес? Цвета. Ну давай так попробуем. Нет! Я не угадал ни одного. Но я на шару нажал. Потому что я фиг знает. Кофейная гуща, я думаю, есть такой. Конец уже близко. Ну, блин, ну он слишком близко к финишу. Здорово, здорово всем. Привет, темнота. Акронимы. Я не знаю, что такое акронимы. Ладно, нормально, более-менее. Я близок к нему. Ну-ка, ну-ка. Надеюсь, что темнота избавит зрителей. Не, сегодня последняя карта. В Дискорде, может, попозже поиграем, так что в Дискорд переходите. Города на Волге. Время почти вышло. О, я живой! Назад! Все кардинально изменилось! Я живой, есть шансы. Берегите, зрители, ваш конец близок. Но у него тоже есть шансы. Моногамные животные. Дельфины разве моногамные? Я не уверен. Я не уверен. Поэтому нет. Есть. Мне нужно еще один раз, да, ответить правильно. Или я уже вышел, нет, очень вышел. Этот признак может украсть твою жизнь. Да, я в курсе. А мне нужно обязательно сейчас все правильно ответить. Гаснет свет. Куда да. Это ты собрался? Тебе нужен идеальный ответ, чтобы сбежать. И теперь я добавляю третий вариант. Я такого не знаю. Я не знаю такого сериала, ну вы чё, чё за обман? Ответы, я даже не знаю, что там за Зилибоба, чё это за сериал такой? Круг выиграл благодаря какой-то хренотени. Зиги какой-то, что такое? Кто это такие? Чё за сериал? Мультсериал какой-то, я первый раз слышу. Это говнюк какой, я был близок. Я был близок. Чё так красиво, блин, почти победил его. Столько денег, конечно. Засранец. Ну красиво. Недолго правил я, действительно. Был непослушен, дед. Недолго правил тоже Дин Эксбро. Перевес в лифте. Выпил не тот напиток. Проблемы с лифтом. Жалеет о татуировках. Не обижали вовремя. Чё? Ну, короче, понятно, ребят. Мы с вами все молодцы. Вы реально крутые. Красава, что... Укроп выиграл. Ты какой-то... Я даже не знаю такого мультсериала. Я первый раз слышу такой мультсериал какой-то. Лентяева, да? Я понял, что за Лентяева. Это про розовую девочку, да? Это оно? Там, где вот это вот... Даже песня знаменитая есть. Да... Я не знал. Я его ни разу не смотрел. Пипец. Я вот только сейчас понял, что за Лентяева. Если бы я сразу понял, я бы не нажал Зилибоба. Я бы нажал либо Зиги, либо третий. Это точно. Я просто сначала не понял, думал, русский какой-то сериал. Окей. Ну мы все с вами молодцы сегодня. Стрим не сохраняю. Выйдет нарезка из того, что мы наиграли с вами. Я считаю, что вообще все молодцы. Сегодняшний стрим показатель того, что всем нравится так друг друга развлекать.
и принимать участие в таких вот прекрасных, интересных проектах. Спасибо опять-таки вот Тифу за то, что перевел данную часть и именно определенные части, я имею в виду смертельную вечеринку вторую, корабль смеха и третью, не жми на кнопку или нажми кнопку, как так она называется. Короче, круто. Очень приятно. С вами был Лекс. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Не забываем подписываться на паблик ВКонтакте, ссылка в описании, в шоп-канал. Не забываем про Дискорд. В Дискорде играем иногда. Порой тоже. Тоже иногда участвуем. Так что принимайте участие. О, смотри, фотография у нас осталась. Посмотри на него, а? Укроп. Июль 1921. Вот тебе укроп, блин. Вот тебе укроп. Выжил. Мальчик, который выжил. Все. Всем спасибо и всем добра. Очень хочет поживиться.